Особое мнение на 101 FM. Добрый день, в эфире программа «Особое мнение». Меня зовут Ксения Казакова, и сегодня наш гость – депутат законодательного собрания Ольга Тарыкина. Ольга Евгеньевна, добрый день. Мы начнем с вами с темы, которую вице-спикер, спикер Госдумы обозначил в своем телеграм-канале. Вячеслав Володин написал о том и спросил мнение россиян о том, как они относятся к организации школы продленного дня. Пост вызвал огромное количество комментариев. Я посмотрела вот предыдущие посты, там комментариев, наверное, вдвое меньше. Здесь порядка 10 тысяч, действительно, мнения разные. Что вы думаете по этому поводу? Смотрите, я считаю, что продленка как идея, она однозначно правильная, нужная и необходимая. Вопрос только в другом. Как мы сможем ее организовать в настоящих реалиях? Организовать продленку конкретно, например, в городе Кирове, просто невозможно. Потому что у нас практически все школы работают в две смены. У нас очень мало школ, которые там по пальцам можно сосчитать, которые работают в одну смену. И эти школы продленку используют уже. То есть у них проблемы в этом нет, у них есть ресурсы, соответственно, ну, это там православная гимназия, это ФМЛ, это такие элитные школы, куда действительно стремятся попасть, ради в том числе продленки. Значит, продленка, она за собой вызовет следующие вопросы. Это место, кто будет с детьми сидеть, соответственно, после уроков. Это те же самые учителя, которые некоторые ведут по два класса, соответственно, как они это будут делать. Это нужны какие-то воспитатели, за счет чего, то есть будет отдельно заработная плата для этого выделена или как. А дальше немаловажный вопрос будет в питании. Потому что действительно дети целый день находятся, они должны где-то кушать. А у нас столовые в связи с бесплатным питанием для начальной школы работают на пределе своей мощности. Соответственно, люди должны будут работать еще там во вторую смену. Кто это будут? Эти же люди или другие люди? И очень большое опасение, что эта классная, правильная идея опять выльется вот в какую-то вещь, которая будет максимально неудобно всем. Поэтому, чтобы начать делать продленку, нужно сначала понять, за счет чего она будет реализована, где она будет реализована, кто будет ее финансировать, и непосредственно, то есть плавно перейти к этому процессу вообще ее организации, а не как у нас вышло вот с этой всей неурочной деятельностью, когда говорили, что как классно, значит, мы сейчас неурочную деятельность в школу приведем, и те дети, которые не ходят на кружки, они будут в школе заниматься. А все дошло до абсурда, что каждый ребенок должен ей заниматься, неважно, что ребенок, допустим, профессионально занимается спортом, надо там приносить какие-то справки, доказывать, что ты как бы действительно не должен на нее ходить и так далее. То есть у нас это все опять с перегибами каким-то идет. Наверное, продленка – это все-таки такая история должна быть, она должна быть по желанию. То есть если родители считают, что их ребенок не должен ходить на продленку, его никто не должен заставлять. То есть если родители вполне себе справляются самостоятельно, то есть у него есть время, у них там бабушки, допустим, подключены и так далее, и ребенку лучше дома, то, ну, пожалуйста, пускай ребенок идет домой. Ну, вы сказали, что вот в некоторых гимназиях в кировских уже есть продленка. Да. Там ведь как-то реализуется этот процесс. Они работают и учитывая с питанием, и с кабинетами, все равно этот вопрос решен. То есть, значит, процесс для вообще там регионов России, он, в общем-то, наверное, не будет в новинку, но для каких-то школ. Нет, конечно, он не в новинку. То есть у нас продленка в наше время она была. То есть ничего такого страшного нет, зайти вспомнить. И действительно взять опыт тех лицеев и гимназиев, которые сейчас с ней работают. Вопрос вот только места и организации всего процесса. То есть если мы говорим про тот же ФМЛ, то там учитель отработал, передал детей воспитателю. То есть приходит отдельный человек, там, соответственно, с отдельной ставкой. Он с ними там учит уроки, занимается творчеством, гуляет, в том числе они ходят в столовую, то есть столовая работает длительный период времени, то есть там дети находятся до 5, то есть столовая там как минимум там в 3 часа еще покормит. Вот. Ну и, соответственно, дети задействованы. Помимо вот этой продленки, вот как процесс, еще есть кружки. Кружки обычно бывают на платной основе, то есть ты помимо того, что там в продленку ходишь, ты еще там можешь танцами позаниматься, спортом позаниматься, ну то есть где, в какой школе, как будет организовано. То есть сама продленка, в вашем понимании, должна быть бесплатная. А если ребенок уже изъявляет желание заниматься, например, танцами, рисованием или какими-то другими видами творчества, то это уже платно. Это не в моем понимании. Это так вот есть сейчас на самом деле. Это сейчас на данный момент. А должно. А тут, наверное, разные подходы могут быть, и в разных школах это будет организовано по-разному. То есть тут уже вопрос вообще как-то запроса, наверное, и желания. То есть, ну, наверное, можно рассмотреть и платную основу, то есть кому-то танцы нужны, кому-то не нужны, и это будет по желанию, в том числе, может быть, платно. А если это будет все бесплатно, это будет действительно как бы тогда прогресс и идеальная история, что я могу выбрать одновременно и танцы, и физкультуру. Но нужно только понимать, что это на данный момент утопия.
То есть на данный момент это просто во всех массово нереализуемых школах. Ну, то есть в ближайшее время мы к этому не придем. Но вот после строительства новых школ надо будет понять, сколько у нас останется детей учиться в первую смену и сколько будет учиться во вторую. И вот уже после этого надо будет посмотреть, насколько это реально вообще все будет процесс запустить. Но помимо места, надо опять же не забывать ставки, кто пойдет работать и за какие деньги пойдут работать. Вот вы сказали, что это, возможно, будет воспитатель. Это ну, воспитатель, да. Он должен иметь педагогическое образование? Ну, то есть в любом случае человек, который будет работать в школе, он так или иначе должен иметь профильное образование. То есть это, возможно, будет не высшее образование, то есть у нас и колледжи, и техникумы готовят педобразование. Соответственно, ну, я думаю, что в принципе вот найти там человека, который готов будет работать, наверное, не проблема, вопрос условий. Хорошо, но ведь в данном случае каждому ребенку преподавателя не представишь. Нет, конечно, нет. Так получается, класс. Что большую часть, я видела, что в комментариях люди пишут и про безопасность, и, конечно, это безопасная история, когда мы понимаем, что ребенок в школе, в стенах школы, под ну, каким бы то ни было, но присмотром, да, но тем не менее ребенок большую часть времени будет предоставлен себе так или иначе. Он должен самостоятельно сделать задание, самостоятельно, может быть, погулять, самостоятельно поесть. Но тоже будет какой-то определенный график, то есть в это время мы учим уроки, соответственно, все сидим за партами, в это время там воспитатель, педагог или кто-то еще находится в классе, соответственно, дисциплина там, безопасность, она обеспечена. Потом у нас идет время прогулок, то есть все мы одеваемся, ну, как в детском саду, грубо говоря, же ходят, гуляем, то есть также точно воспитатель ведь есть, смотрит, там 25-30 детей бегают, ведь как-то, ну, справляются, грубо говоря. Тут тем более уже дети будут большие. А также точно у нас будет время на питание, то есть мы идем все массово в столовую. То есть, ну, я думаю, что вот организовать просто расписание, это точно не проблема. А до какого класса, как вы считаете, должна быть продленка? Ну, однозначно, максимум начальная школа, и то я не уверена насчет 3-4 класса. То есть тут уже тоже по желанию, и надо смотреть, ну, вот, по возможностям ребенка. То есть там обычно дети уже, ну, массово занимаются там либо спортом, либо там музыкальной, либо художественной школой, поэтому у них все равно время-то занято. А платить вот за это дополнительное питание? Я думаю, что должны будут родители. Родители. Я прочитала в комментариях, что многие родители писали о том, что в их время продленка это была еще и не только там уроки, не только погулять, но это еще и отдых, они успевали поспать. Вот мне кажется, в нынешнем варианте это учитывая наш дефицит вообще и кабинетов, и вообще мест. Наверное, это такая история утопичная. Еще более утопичная, чем проблема. Она утопичная, однозначно. Ну, дети все разные. То есть у меня ребенок ходит там еще в садик, подготовительная группа 6 лет. То есть она днем ну, не спит. В садике она лежит. Поэтому вот, будет ли необходимость ей спать в первом классе? Возможно, отдохнуть, полежать, да. Но это уже не, вот, мне кажется, за гранью возможного, когда у нас в школе еще будет отдельная спальня, где будет меняться там белье непосредственно, да, то есть следиться еще. Кстати, еще один дополнительный вопрос. Это родители должны приносить или это школа представляет? И одной кровати ведь пользуются разные дети. Ну, да, так-то не положено. Ну, по санпинам, вот, конечно, вот. Не должно быть такого. То есть это должна быть кровать на каждого. И... А тогда получается, что если даже 3 первых класса, например, и там по 30 вот детей, то это да, 90, конечно. Это огромное место. Это для каждого место. Класса своя спальня. Да. Но это нереально. Даже в новых школах это будет нереально. То есть это сейчас как бы и не предусмотрено. То есть, ну, я думаю, что нет в этом потребности как таковой. То есть если там нормальная нагрузка будет распределена, то есть дети тут и уроки получили, и погуляли, и там, не знаю, подурели, поиграли внутри школы, допустим, то и будет время и отдохнуть в том числе. Они мешать не будут, вот, если останется вторая смена? Не, если вторая смена останется, тут вообще, мне кажется, речи о продленке быть не может. Если мы говорим, что второй смены нет априори, тогда тут уже кому мешать. Ну, обычно, если мы говорим про новую школу, то начальная школа — это же выделенное помещение, это же рекреация своя. То есть там они закончили к 12, там к 2. Ну, не готова сказать, до скольки уроки идут в начальной школе, и, соответственно, потом перешли в продленку тут же. А продленка до скольки, на ваш взгляд, должна быть? Ну, до 5 хотя бы. 5, ну, вот потому что в комментариях люди пишут, вот будет планерка продленка до 18 часов, а как же быть, мы, значит, в 6 заканчиваем работу, мы пока по пробкам едем, доберемся. Я думаю, что тут вопрос от региона, конечно, тут надо Киров отдельно рассматривать, то есть это не Москва, ну а сейчас-то как, когда продленки нет? То есть там в 12 часов ребенка тебе вот за дверь поставили, и ты как-то решаешь эту проблему. Так же точно здесь будешь решать эту проблему. Так, не, ну я думаю, что там первый, второй, третий класс уже вполне, если школа находится по месту жительства, ребенок вполне себе доберется до дома самостоятельно, придет, откроет и дождет родителей. Но если школа находится далеко,
то тут уж как бы второй вопрос. То есть родитель целенаправленно, наверное, как бы решил отправить ребенка далеко от дома и, наверное, каким-то образом решил вопрос доставки ребенка домой. Угу. Про внеурочную деятельность вы сказали, что это превратилось в некоторых случаях в обязаловку. Чтобы с продленкой этого не стало, кто это должен контролировать? Ну, родительский совет, тут в любом случае, как будет прописано у нас же опять в законе, то есть если закон будет позволять возможность, да, там, по желанию это посещать, то это уже будет вопрос директора. То есть директор пропишет регламент, нормативку, и дальше, соответственно, будет возможность либо обязательно, либо не обязательно, либо ты идешь, а я написал заявление, и мой ребенок не ходит. Ну вот я в свое время помню, у нас была продленка в первом классе, то есть не все ходили. То есть это было по желанию, и это я сейчас не готова ответить, но мне кажется, что это было бесплатно. Нет, ну, понятно, что это должно быть по желанию, но просто действительно бывает, что вот есть указиво сверху, и на местах рады стараться для того, чтобы это выполнять, может быть, какие-то плановые показатели, и, конечно, бывает, что перегибают палку. Ну, так это вопрос на местах надо решать, то есть, соответственно, тот директор, который адекватно оценивает и понимает, что происходит, он этого не допустит. Угу. Ольга Тарыкина в особом мнении сегодня. Мы переходим к другой теме. У нас с января 2022 года должен запуститься федеральная программа капитального ремонта школ. Вот посмотрела я, до 2026 года должно быть отремонтировано 7300 зданий школ в Кировской области. Насколько я понимаю, должно быть по программе капремонта отремонтировано 15 школ в этом году. Большая программа, ну, большой сложный процесс. И в чем здесь проблема? У нас перед глазами есть пример 7-й школы в Кирово-Чепецке. Она ремонтируется вне рамок этой программы, но те проблемы, которые там есть, они вот сегодня показательны для того, чтобы предостеречь, да, уже дальнейшие школы от того, чтобы этого не случилось. Mm-hmm. Я просто расскажу на примере. У меня в 7-й школе учится ребенок знакомый. И помимо того, что дети расселены сейчас в 3 школы, во 2-ю, 4-ю и 5-ю, да, то есть сначала у них были... То есть во-первых, в школах, в этих новых школах, их не очень охотно ставили на питание. Им были какие-то трудности с получением места в спортивном зале. Детей изначально садили, ну, там, допустим, втроем, вчетвером за одну парту. Ну, то есть были такие вот организационные моменты. Конечно, не хватало кабинетов. Детей стало, естественно, больше. Естественно, это каким-то образом сказалось на успеваемости, потому что они, ну, организационно не были все вопросы решены. И проблема не только с детьми, еще с учителями, потому что ученики у этих учителей разделены вот на эти 3 школы. И учитель должен сначала провести урок в одной школе, а потом к своему же классу идти в другую школу. Вот вопрос, если это будет масштабно настолько развернуто в регионах, как нам вообще этого избежать? И можно ли вообще это выяснить? Ну вот если мы говорим сейчас про Кировскую область и вот эти 15 школ, то эти 15 школ практически все в районах Кировской области направлены. Вот одно из, я нашла просто презентацию, значит, на одном из последних совещаний, значит, были озвучены, каким образом вот как раз проблема переселения детей на время ремонта будет решаться. То есть как раз предусмотрено, что там конкретно каждой школе, ну, например, поселок Лесной Верхнекамского района, да, 215 человек будут разделены в 2 смены во 2-й корпус данной школы, да, то есть на данный момент, ну вот, продумали, питание будет осуществляться в детском саду «Золотой ключик» поселка Лесного. То есть как это, конечно, будет организовано, то есть это второй вопрос, но, по крайней мере, сейчас министерство озабочено тем, чтобы действительно найти место, где учить детей на время капитального ремонта. Ну, давайте еще для примера, там, село Новое Малмышского района, да, то есть 42 человека, 1-4 класс пойдет в здание детского сада, 114 человек 5-11 класса будут учиться в здании школы другого села. То есть как-то будет осуществляться доставка школьными автобусами. Кушать они будут вот как раз, ну, кто где будет учиться. То есть сейчас на данный момент это продумано. То есть как это будет осуществляться на местах? Ну, то есть это второй вопрос. И опять же, как бы вопрос перегибов тоже никто не избежал. То есть да, вопрос 7-й школы острый, но давайте будем там пример приводить и 53-ю школу, которую тоже капитально отремонтировали. Сколько получается там, ну, 2 года назад, да, то есть вот когда в городе Кирове находится, то есть тоже дети там испытывали трудности и были распределены в соседние школы. Ну, а что теперь, не ремонтировать? То есть, а как ремонтировать и не ущемить, грубо говоря, да, то есть детей? То есть, да, можно сделать за летний период, но вполне возможно, то есть тут уже даже, наверное, не вопрос будет в нашем там министерстве образования, то есть тут ведь деньги федеральные, то есть пока они придут, пока они тут будут отторгованы, пока это все, вся процедура пройдет, вполне возможно, наступит 1 сентября.
Поэтому такой замкнутый круг. И если действительно вопрос, что мы хотим ремонтировать школы, да, а их надо ремонтировать, потому что то есть у нас практически все школы построены там больше 50 лет назад, они требуют ремонта, они там требуют, чтобы они там стали современными, а в данном капремонте предусмотрено и новое там оборудование, и оснащение, в том числе все коммуникационные системы требуют ремонта, в том числе там отопительная система, да, то есть там не, скорее всего, нигде практически нет там погодозависимой автоматики, циркуляционных насосов и так далее, то есть это должно, это надо, поэтому, наверное, нужно потерпеть. То, что сейчас происходит в 7-й школе, ну, будем надеяться, что там в очень ближайшей перспективе это все разрешится. Ну, просто в 7-й школе как раз они должны были сдать школу, отремонтированную уже 1 сентября 2021 года. Да, там сегодня вопрос подрядчика. Сегодня вопрос подрядчика. Все еще ремонтируется, да. Вопрос и вот по сельским школам, вы правильно сказали, вот меня как раз волнует вопрос доставки. Да, и есть, я так понимаю, что трудности и с организацией там школьных автобусов, не хватает водителей, и мы видели там зарплату, которую публикуют у школьных водителей. Есть проблема. Но проблема есть, комплексная. Везде комплексная проблема. Да, но насколько проблема у нас сегодня мы все-таки готовы к тому, чтобы вот не случилось там, не случилось какого-то вот этого школьного уже коллапса? Я не готова вам ответить, готовы мы или не готовы к этому школьному коллапсу. В любом случае, я думаю, что это находится все-таки на контроле нашего там Министерства образования, курирующего зама. Я, ну, надеюсь, что они этого не допустят. То есть, ну, так или иначе. Ну, конечно, сложности будут, куда без сложностей. И в любом случае, там, родительское сообщество должно, ну, поддерживать, не нагнетать и какие-то моменты, допустим, ну, пытаться совместно, да, решать. То есть, ну, да, в 7-й школе тут как бы как предусмотреть, подрядчик пришел вот такой. То есть, ну, опять же, 44-й закон. То есть тонкости-то и трудности есть на каждом этапе. Ну, вот эти программы федеральные, они же не предусматривают какую-то ответственность. То есть они, ну, программа, она направлена на реализацию, а здесь уже на местах, наверное, должны как-то быть продуманы, допустим, меры ответственности для, может быть, там, ответственных чиновников, ответственных лиц. Вот у нас этого почему-то нет, и мы все время спрашиваем гостей, а кто понесет ответственность в том или ином случае, и как-то, как правило, то есть ответа-то нет на этот вопрос. Ну, к сожалению, да, у нас действительно, как бы, когда мы задаем вопрос, а почему там до сих пор там не сделана проектно-сметная документация, ну, потому что там какие-то начинаются ответы, да, не, может быть, не, там, не совсем нас устраивающие, а кто наказан, потому что так случилось, а никто не наказан. Ну, наверное, да, необходимо действительно, наверное, предусмотреть, чтобы человек понимал, что если он ответственен за этот вопрос, что не выполнив его, он будет там наказан. Ну, наверное, он как-то там наказывается зарплатой, вполне возможно, каким-то там процентом и так далее, но, может, это не так существенно. Ну, вот вы сказали, что несколько сельских школ, привели пример, будут распределены в другие школы и даже в детские сады. Места там хватает? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это... голова... Ну, надо смотреть, конечно, я там не сильна, про Малмышский район я вам там точно не скажу, как у них там обстоят дела с местом в детском саду, но я думаю, что в любом случае какие-то трудности будут. Надо быть просто к этому готовым, ну, надо, понимать, да, что... Да. Надо к этому быть готовым. И, ну, вот опять, с другой стороны, давайте там пример той же там многострадальной 24-й школы рассмотрим. 20 лет назад, когда их переселяли в эти ясли, говорили, потерпите, скоро будет новая школа. Так вот, 20 лет прошло, ее до сих пор нет. До сих пор все терпят, до сих пор все как бы, ну, каким-то образом смиряются с этой ситуацией, которая происходит. Ведь на всех уровнях уже как бы, про нее знают, но вот нет решения. Вот решения на данный момент нет. Будем надеяться, что не будет больших проблем с реализацией этой программы, потому что школа действительно нуждается в капитальном ремонте. К другой теме давайте перейдем. Не все у нас еще отошли от новости о вакцинации подростков, как уже подоспела новая новость о вакцинации детей. На этой неделе директор центра Гамалея Александр Гинзбург предположил, что через какое-то время, а у нас через 2-3 месяца должны закончиться испытания назальной вакцины, и что вот этой вакциной, он предположил, могут быть вакцинированы дети от 6 месяцев. Вопрос, что вы думаете по этому поводу? И что вы думаете по вакцинации подростков? Что я думаю по этому поводу? Ну, я считаю, что массовой вакцинации там, подростков, в частности, у нас не будет. Ну, то есть, по крайней мере, то, что я вижу сейчас и по всем опросам родителей, и с кем там я общаюсь и так далее, я еще, наверное, не видела ни одного человека, который сказал, я с удовольствием пойду вакцинировать своего ребенка. Но, тем не менее, есть 600 человек, которые записались в очередь на то, чтобы вакцинироваться. Вот этой вот у вас же вроде бы была новость, что там вот на этой неделе новость прошла, что провакцинировано всего 27 человек.
не 600. Ну, очередь была, была информация о том, что записались. Ну, записались. Количество. Нет, я не против. То есть если 600 там, человек записались, и родители считают, что это необходимо, то это их право. И действительно, вакцинация, она же ведь у нас добровольная. Это должно быть. То есть если люди хотят, у них должна быть возможность. Но если люди не хотят, их заставлять не надо. Я считаю, что вот вопрос с подростками, он такой... очень сейчас злободневные, и ведь родители-то ведь паникуют не в том, что, ой, там нам вакцину там сделают, они ведь паникуют по другому поводу, они говорят о том, что она будет обязательной, и мы не сможем это предотвратить, и вот мы сейчас на дистанционку уйдем, а потом без прививки не вернемся. Угу. То есть вот эти-то все боли родителей тоже надо снимать, и в информационном поле в частности. То есть прививка есть, хотите делать – делайте. Не хотите делать, ну, как бы мы вас не заставляем. Учиться мы продолжаем очно, ну, в зависимости карантин, не карантин и так далее. То есть это тоже понятно, что мы должны понимать, что там у нас, ну, жизнь так складывается, много болеет, процент заболевания большой. Если на дистанционку там отправили, ну, давайте переживем этот момент. Но потом-то мы выйдем и будем очно учиться дальше. По поводу малышей, мне кажется, совсем такая ситуация критична. То есть, опять же, ну, добровольная вакцина. Хотят родители вакцинировать, пожалуйста, вакцинируйте. Не хотят, не заставляйте. Вот самое главное, чтобы у врачей не было планов, когда ты приходишь на прием, вот как вот это вот, ну, допустим, я там на себе ощутила, когда ты приходишь, надо там от гриппа вот вакцинировать, ну, определенное количество детей. И вот ты не уйдешь из кабинета врача, пока ты не сделаешь эту прививку, даже если ты не хотел. Ну, потому что тебе, ну, как бы, так скажем, продавят твое мнение, и ты ну, согласишься. Вот тут такая же ситуация может быть, когда ты приходишь на прием к врачу совершенно не за прививкой, а у него план. Потому что ему надо вакцинировать там сегодня 10 детей, например. Ну, согласишься, не согласишься. Сделай, ну, вы как сделать. Депутат, вы все-таки в разные круги вхожи. Вот как депутат вы видите предпосылки к вот к этой обязательной вакцинации подростков, что ушли на удаленку, уже возвращаться нет, потом? Нет, я не вижу пока на данный момент, что мы уходим на дистанционку только для того, чтобы получить вакцину для подростков. Я вот видела момент, когда у нас был прям рост шквальной заболеваемости, и это были именно подростки. То есть мы в детском саду там рост заболеваемости был 1.5%, а в школах 50%, и вот буквально там накануне появляется прививка для подростков. Вот это мне показалось странным, потому что, ну, как-то уж очень опрометчиво, потому что и в садиках болели много, ну, как бы процент, может быть, был не полтора, а больше. Почему именно так преподносилась эта информация? Не готова ответить. Ну, своих детей вы бы вакцинировали? Я не планирую. Не планируешь. Ну, а вот это назальная вакцина. Мы же понимаем, что, ну, наверное, вакцина, которую там брызгают через на слизистую, наверное, она имеет, ну, совсем минимальную дозу, в отличие от даже, наверное, спутника М. То есть, ну, по идее, это такая, в общем, там, микродоза. Вот, мне кажется, что дети болеют, и болеют часто. Неужели это не способ защитить? Дети всегда болели, и дети болели, и гриппом, и ОРВИ всегда болели, и карантины. Как таковые они были ведь, но не 20%, когда заболевало, да, в классе и уводили. То есть, ну, в наше время, вот я помню один карантин, когда мы просто сидели в кабинете, никуда не выходили и учились, вот к нам приходили учителя, да. Но у нас это там, условно, там 50%, да, например, болело. А сейчас это вот просто в связи с тем, что рост заболеваемости большой, мы на 20% ориентируемся и, соответственно, классы закрываем. Я не готова вам сказать, назальная вакцина там лучше, хуже, проще и так далее. То есть не медик я совсем. Давайте послушаем мнение, и оттуда уже будем делать выводы. Но в связи, мне кажется, с этой вот всей массовой ситуацией по вакцинации взрослого населения будет полное отторжение уже и по детям, в том числе назальной вакцины. То есть вы не считаете более безопасной? Не готова ответить, не знаю. Угу. Не узнавала, не интересовалась абсолютно этим моментом. Поэтому не знаю. Безопаснее, не знаю. У нас 4 минуты остается до перерыва. Я предлагаю, у нас такая большая сейчас тема начнется, но мы, наверное, ее после перерыва продолжим. На февральском заседании ОЗС депутаты должны как раз обсудить законопроект о внесении изменений в устав области. Там есть ряд пунктов, которые предлагается поменять. Ну, во-первых, история, которая, наверное, будет неудобна всем журналистам, когда, ну, и людям, да, когда губернатора мы перестанем именовать губернатором, будем называть его главой региона. В общем-то, и для губернатора Кировской области, как и для губернаторов по всей России, будет снято ограничение по количеству занимаемого времени на этом посту. Я так понимаю, что это федеральная история, это проведение регионального закона, да, с федеральным. Но, на ваш взгляд, что это значит, вот, что мы отменяем вот эти вот сроки для губернатора?
Означает ли это, что у нас такая короткая скамейка запасных, что у нас просто настолько кадровый голод, что готовы вот за эти кадры, которые есть, держаться прямо на последнего? Мне кажется, что история о другом. Мне кажется, что это сделано непосредственно для тех кадров, которые уже сидят два срока, и им нужен третий срок, ну, угу, переходить, да. Соответственно, эти кадры себя зарекомендовали, и они там достойны, по мнению президента, в частности, еще находиться на посту там, губернаторов, глав президентов республик и так далее. То есть это для эффективных губернаторов? Ну, мое мнение, что это история именно под конкретной личности. У нас там и в Чечне, и в Татарстане, и в Крыму, и в Подмосковье подходят сроки, mm-hmm, да, вторые. Поэтому, наверное, эта история больше туда, нежели о том, что вот вообще некому, а дайте-ка мы, значит, губернатора будем держать как можно дольше. Все равно, в любом случае, там губернатор тоже человек, и, наверное, он может принимать решение самостоятельно, хочу, не хочу, пойду, не пойду дальше. Ну, то есть, наверное, эта история сюда, вот в эту сторону в большей мере. То есть, как, может быть, там я к этому отношусь, ну, наверное, все равно преемственность должна быть. То есть, когда вот это обнуление сроков, эта история не в пользу власти. Ну, то есть, вот есть она у нас сейчас такая норма, два срока. Давайте два срока. Дальше уступим место следующему. А там посмотрим, если будет неэффективен, то вполне возможно там, через этот срок приходи снова тот, который был до этого. Угу. Изменение главы губернатора на главу региона, оно что-то поменяет? Ну, мне кажется, как ни назови, главное, в печку не сади. То есть, ну, я думаю, привыкнем. То есть, как, ну, тут просто в соответствие приводит, чтобы вот единая норма, глава региона, и не будет там у кого-то президента, у кого-то губернатора. Ну, губернатор есть, губернии нет. Вот сейчас там в комментариях, да, смеются. Угу. То есть, мне кажется, это такой вопрос привычки. Угу. А вот эта история с отменой отзыва губернатора, да, в общественной палате вот на этой неделе было обсуждение, сказали, что он действительно инструмент вроде бы не рабочий, вроде бы он никогда не применялся, но это ведь не повод его отменять. Нет, я считаю, что однозначно отменять не надо. Единственное, я бы лучше прописала регламент, каким образом это можно сделать, и лучше, ну, как бы донести, и действительно была бы возможность отозвать, потому что, ну, вот когда мы голосовали за QR-коды. У меня были вопросы от избирателей, а каким образом мы можем отозвать депутатов, которые там голосуют за. Мы хотим их отозвать, а процедуры-то нет. И вот сейчас действительно, как бы вот я считаю, что отменять эту норму вообще априори нельзя. Ну, то есть у людей все равно должна быть возможность, да, даже конечно, если они и не пользуются, конечно, но возможность. Возможность должна быть однозначно. То есть сейчас по факту у нас там только президент может отозвать, там, ну, ЗАГС собрание. Но там тоже очень все сложно и процедурно, и количество голосов должно быть, да, то есть все должно сойтись. Но в любом случае у людей должен быть механизм, они должны знать, каким образом они могут это сделать. Сделают они или не сделают, это второй вопрос, но возможность должна быть. Ольга Тарыкина в гостях «Особого мнения». Мы сейчас идем на перерыв и с этой же темой продолжим дальше. Ольга Тарыкина, напоминаю, в нашей студии. Мы продолжаем говорить про внесение изменений в устав региона, который депутаты рассмотрят в феврале. Ольга Евгеньевна, вы сказали, что президент, только президент у нас может отозвать губернатора в случае принятия этих, ну, вообще они уже приняты на федеральном уровне, mm-hmm, сейчас просто приведут региональное законодательство в соответствие. Да, эта история не про укрепление вот этой вот вертикали, то есть это же вот только президент снимает губернатора, губернатор теряет связь с избирателями. Ну, наверное, да. Такая история-то, она больше действительно про... не про народ. То есть мы народ-то как-то не особо спрашиваем, и это действительно идет вот в разрез того, что народ просит. То есть мы там просим прямые выборы мэра, говорим, нет, нельзя, вы выбирать не умеете, а теперь мы еще и отозвать там губернатора не можем, да, в этих всех нормах. Но это не на руку власти. А теперь еще и губернатор сможет, как я понимаю, сейчас давать выговор, да? Значит, главе администрации, потом даже в каких-то случаях, я так понимаю, что он сможет его, ну, потом снимать. То есть у нас по факту получается, то есть народ как такового слова не имеет совсем. То есть в всех этих нормах сейчас как бы мы к этому вообще окончательно придем. Предлагается поправками считать депутатов госслужащими. Да? Насколько вообще для вас вот это важно? И насколько это изменит? Ну, то есть зачем это вообще все принимается? Ну, для меня это точно не важно. То есть для меня статус там депутата, это там статус депутата и быть при этом еще госслужащей, то есть у меня там никакого ни желания, это же стаж, ни стремления. Определенный. Ну, если бы я ради стажа пошла, да, то есть на депутатскую деятельность, так, наверное, я бы тогда не пошла в депутаты, а пошла бы на госслужбу и работала бы там, зарабатывая себе стаж там на пенсию или ради чего, не знаю. То есть это такая история, опять же, ну, ни о чем. Ну, вот
как Роман Саныч говорил, что это, опять же, там у нас депутат это там госслужащий, а госслужбы там нет у него, да, приведение вроде как в соответствие, ну, может быть, будут какие-то более возможности, да, там, не знаю, пожурить депутата, там, лишний раз ему, там, сказать, ай-яй-яй, ты не вовремя сдал, там, декларацию и так далее. То есть, ну, в принципе, это и сейчас, если, там, депутат не отчитывается о своих доходах, то его имеют право отчислить. Еще у депутатов появляется одна возможность заслушивать информацию о деятельности органов МСУ. Я так понимаю, как бы, а сейчас полномочий нет таких? Заслушивать, запрашивать? Ведь, в принципе, депутат и так имеет все эти полномочия, ну, зачем их, да, прописывать? Ну, хотят прописать, наверное, лишним не будет, если пропишут, да, но в любом случае, если сейчас там есть у депутата какое-то желание, то запрос-то можно сделать и оформить. Вопрос, как на него ответят, и что будет в ответе действительно содержательного, это вот второй момент. А то есть вот эта поправка, она закрепляет, что вроде бы депутаты должны отвечать, и он считается более высоким должностным лицом. Да нет, госслужбы-то в любом случае отвечают там депутатов в течение 10 дней, то есть они как бы ответ напишут, вопрос качества ответа. То есть вот, ну, допустим, на моей практике на данный момент я иногда такие ответы читаю, что понимаю, что, ну, мне сказали, там, не твое дело. Угу. Закрепление формата дистанционной работы для депутатов ОЗС это вообще не приведет к тому, что депутаты и вообще законодательный орган станет такой, ну, номинальный? Да неправильно это все. То есть это сейчас же есть тоже возможность всех этих дистанционных заседаний и так далее. Неправильно. А это прописано про дистанционку, это прописано в федеральном законодательстве? Это уже или это наше вот новшество на региональном уровне? А у нас есть на региональном уровне, то есть мы же собираемся онлайново. То есть собираемся, да, но сейчас это будет прописано, насколько я понимаю, вот по материалу бизнес-новости. В уставе просто пропишем сейчас, да. Поэтому. Ну нет, в уставе не было, сейчас допишем, то есть что это будет, и на это будем ссылаться. То есть тут уже, опять же, вопрос времени, и, ну, так как мы это уже и так делаем, то есть к этому сейчас порядок приводят. То есть мое мнение, я бы не хотела, чтобы мы собирались дистанционно. Но если вот прям необходимость какая-то, эпидемия, и надо собраться, наверное, да. Но ведь мы этим просто будем пользоваться и в любой другой ситуации, когда там не очень удобный вопрос, а дайте мы соберемся дистанционно. Поэтому тут ведь, да, опять же, как повернуть. Это обсуждение, да. У нас две буквально минутки остается. Я небольшой вопрос задам. Зампред регионального правительства Андрей Маури во время вот выездного заседания с руководителями спортивных объектов он сказал о том, что будет регион расширять перечень спортобъектов, улучшать инфраструктуру для того, чтобы вовлекать больше людей в спорт. На ваш взгляд, какими способами, какими методами можно людей в спорт вовлечь? Для того, чтобы вот эту вот задачу, которую президент поставил к 30-му году, довести долю занятого в спорте населения до 70%, каким образом ее можно выполнить? Ну, это в любом случае только доступность. Доступность на всех уровнях. То есть помните наше время, когда нам там в школу приходили и зазывали нас во всевозможные кружки, угу. И они были бесплатные. То есть там кто-то ходил в фехтование, кто-то ходил там в тур-кружок, допустим, там баскетбол, скалолазание и так далее. Все это было. Сейчас это все платное, все это на платной основе. Да, есть у нас вот эти... центры дошкольного образования, где какие-то вещи есть бесплатные, а туда ребята ходят после школы, вопросов нет, но там элементарно у нас там пропали коробки уж хоккейные из дворов, то есть вот у меня, например, пример есть, там вот в Коминтерне была коробка, которую всегда заливали местные жители, ребята на ней катались, там, правда, инвентаря не было, у кого только, ну, свои коньки есть, но в момент, когда начали считать ОДНы и каток заливали вот с соседнего дома, значит, ОДНы стали безумные, жители сказали, все, мы больше воду не дадим, и все, каток больше мы не заливаем, потому что это дорого. Соответственно, если вот эта доступность будет, и мы эти вопросы все решаем вот прямо местечковые, там, во дворах и так далее, мы, может быть, действительно как-то сможем приблизиться к какой-то там, ну, конечно, 70% это много. Опять не надо забывать, что у нас гаджеты никуда из нашей жизни не уйдут в любом случае. То есть ребенку проще сесть в телефоне, чем пойти погулять. Ну и все эти вещи, там, например, вот опять же на моей практике по ПМИ мы поставили в своем дворе тренажерную площадку. Сначала там действительно она пользовалась спросом, там занимались старшее поколение, там приходили из соседних дворов. А вот с этого года, я не знаю, то ли ребята доросли, то ли что, то есть стали собираться подростки. Они каждый вечер, летом и зимой, они собираются на этом тренажерной площадке, потому что там удобно посидеть. И они не занимаются там спортом. Они там занимаются, ну, каким-то там разговорным жанром, не совсем культурным, который не нравится местным жителям, когда там окна открыты, допустим, да. Тоже вопрос. То есть и жители говорят, давайте уберем, потому что нам это мешает.
А вроде как за спорт. Ну и плюс а многие, наверное, еще боятся даже приходить, когда там подростки, непонятно, что может быть от них. Ну, ожидать, конечно, если там взрослый человек придет, он не боится, может быть, там мама с ребенком лишний раз и не пойдет. Ну, то есть, если бы мы вот этих подростков, наверное, затянули в что-то другое интересное, и они там занялись действительно там спортом, да, там на соседней хоккейной коробке, будет ли это? Не знаю. То есть, вот мы тут с семьей поехали на лыжах покататься, так вот, чтобы с семьей покататься на лыжах два ребенка и два взрослых, это там 1000 рублей, если у тебя нет своего спортивного оборудования. Будешь ли ты это делать каждые выходные, не факт. Да, еще ведь нужно добраться, соответственно, еще транспорт. Да, поэтому вопрос доступности, он, конечно, остается очень острым. На этом мы программу «Особое мнение» завершаем. Гость его сегодня Ольга Тарыкина, депутат Законодательного собрания. Ольга Евгеньевна, спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания, спасибо. «Особое мнение» на 101 FM.